Здравствуй, дорогой зритель. Как ты любишь чудесная посылочка. Я прям в предвкушении. Хорошая погода, хорошее время, хорошее освещение. А давайте не будем долго разглагольствовать. С вами я, Михаил, канал Картавый Блогер. Распаковка. Вот так вот. Без какой-либо защиты. От слова совсем. Надеюсь, ты не увидел. Но, собственно говоря, мемасики с подобными зверушками были. Никакого такого критического запаха нету. Прошито вроде как нормально все. Ну, такой вот миленький. Так вот, ушки поправим. Белый мишка. А при всем при этом... Вся прелесть данной игрушки заключается в том, что вот здесь вот находится механизм. Если мы вот этого вот миленького держим, делаем с ним там селфи или что-то еще и используем механизм, то происходит еще более миленький. Слушайте, ну на самом деле он просто шикарен. Я вот... Безопасно, да, то есть, как бы, если даже ребенок засунет сюда пальчик, ничего страшного не произойдет. Так вот, бровястый, хмурый, клыкастый, милый медвежонок. В общем, видео получилось до безобразия короткое. Что смогу сказать? То, что там есть какие-то там зайчики, белочки, кто-то еще. В общем, ссылка будет в описании. Прибежал достаточно быстро. Своих денег, по-моему, стоит. Многие это используют на селфи. Делают милую мордашку, с ним фотографируются. И следующее фото делают вот таким. В общем, дождемся, как Владимир Михайлович проснется. Покажем, надеюсь, писаться он от этого не начнет. А я с вами прощаюсь. Всем всего. До скорых встреч.